Всем привет! Сегодня у нас будет еще один очень полезный урок. Мы будем говорить медленно и только по-русски. Это урок Slow Russian или Russo Pausado. Вы можете активировать субтитры по-русски, по-испански или по-английски. Сегодня русская ютубер Наташа расскажет нам о себе. Она очень любит путешествовать и расскажет нам, куда она уже ездила и куда она бы хотела поехать еще. Поехали! Привет! Меня зовут Наташа. Я люблю путешествовать. Я посетила 5 стран. Украина, Египет, Индия, Индонезия и Мексика. Мне нравится плавать в море, загорать и есть свежие фрукты. Мои любимые фрукты – это манго, ананас, дыня, арбуз и грейпфрут. Я люблю страны, где нет зимы. Солнечная погода самая приятная. Мне нравится снорклинг в Египте. В Красном море много экзотических рыб. В Канкуне самое красивое море и самый белый песок, который я видела. На острове Бали самые зеленые деревья. Но моя самая любимая страна – Мексика, потому что я учу испанский язык и уже хорошо говорю. Можешь узнать об этом на моем канале. Еще я хочу посетить Аргентину, Чили, Перу и Колумбию. Я обожаю путешествовать. Пока-пока! И я думаю, что это было очень интересно и полезно для вас. Если это так, то ставьте лайки и до встречи. Увидимся на следующем уроке. До свидания. Пока-пока.